На часах 10:00 в Ленинском территориальном центре социального обслуживания населения – время компьютерных курсов. Как правило, сюда приходят те, кто хочет ближе познакомиться с современными технологиями, а возможно, и открыть для себя новую профессию. Татьяна Тромза посещает курсы регулярно. Признается, что каждый раз находит для себя что-то новое и с удовольствием общается с друзьями, которых приобрела здесь за столь непродолжительное время. Мне очень интересно, нам преподают. Мы многому научились, даже тому, что знали. Мы это расширили, вот, что с каждым разом, приходя на их занятия, все интереснее и интереснее, потому что они это рассказывают. Очень интересно. Компьютерные курсы – это лишь одно из направлений, которые развиваются сегодня в рамках программы отделения дневного пребывания для инвалидов. Здесь эти люди не просто занимают досуг, они получают знания по тому, как обустроить быт, обслужить себя, приготовить пищу. Такие простые, но такие нужные этим людям навыки. Наши подопечные приходят и могут заниматься по различным направлениям. Помимо компьютерных курсов, у нас еще есть такие клубы, как домашние, где наши подопечные обучаются кулинарии, там, элементарным вещам, зашить, связать и так далее, пришить пуговицу, например, то самые абсолютно простые элементарные вещи. В том числе это творческие направления, различные виды и декоративно-прикладное искусство, и плетение из бумажной лозы и так далее. Ну, то есть абсолютно разные. Все направления наши, что немаловажно, были разработаны в соответствии с проведением анкетирования до открытия отделения и с выявлением интересов наших граждан. Сегодня политика государства направлена на расширение условий для социализации инвалидов. Создаются дополнительные рабочие места для тех, кто имеет определенные ограничения по здоровью, однако способен выполнять отдельные виды работ. Именно поэтому в территориальном центре Ленинского района программы по социализации инвалидов сегодня в приоритете. Специалисты и администрация ищут дополнительные ресурсы для того, чтобы дать этим людям почувствовать себя такими же, как и все. На территории Ленинского района инвалидов только первой группы проживает порядка 1000 человек. И мы провели обследование почти всех этих граждан, выяснили, что они очень нуждаются в оказании услуги полустационарного типа, из которого возможно выделение дневного пребывания для инвалидов. До недавнего времени такое отделение работало только в территориальном центре Московского района. В нашем районе такого не было. И вот мы очень рады, что такое отделение открылось и у нас. И сегодня 24 человека с инвалидностью зачислены в наше отделение. Мы разработали очень разные направления клубной деятельности для них с учетом их пожеланий. То есть прежде чем формировать направление деятельности отделения, мы проводили опросы, анкетирование, выясняли потребность у граждан, то есть какие виды деятельности им были бы более востребованы. Отделение дневного пребывания для инвалидов работает с 8:30 до 16:30. Все это время график активности расписан. Предусмотрено и время приема пищи. Для этого в территориальном центре оборудовано специальное помещение. Зачисление на обучение продолжается. Для этого необходимо обратиться в учреждении с заявлением, паспортом, удостоверением инвалида и справкой, содержащей сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг.